Всем доброе утро! Сегодня в своем видео я сделаю маленький обзорчик на отель Акрополис. Акрополис отель располагается в городе Анапа. Вот, ну давайте пойдемте пройдемся, посмотрим. Так, перед отелем мы сразу видим здесь два душика, чтобы мыть ноги. Но самое интересное, что посмотрите, краников нет. Вот эти вертушки, краники надо брать на ресепшене. Вот. Проезд Золотой берег, дом 2D. Сейчас мы в него зайдем и посмотрим. Так, ну, с левой стороны располагается ресепшен. Два лифта. Кстати, здание, да, семиэтажное. Вот по правую сторону здесь у нас есть столовая. Посмотрите, друзья. Сейчас мы быстренько покажем меню, которое здесь есть. Ну, я туда не пойду, там народ стоит. Так, издалека засниму. Ну, посмотрите. И цены. Цены, давайте я вам вкратце так скажу. Блинчики по 25 рублей. Блинчик с мясом 70, гречка 60, макароны 60, пюре 60. Ну, сейчас я еще вставлю фоточки. Отсюда из столовой можно сразу выйти на бассейн. Но я сейчас обойду с другой стороны, чтобы показать вам все прелести. Так. То есть мы выходим, а здесь у нас начинаются номера. С левой стороны лестница идет на второй и последующие этажи. В принципе, номера хорошие. Вот у нас стандартный семейный номер 108. Сейчас я его тоже вставочку сделаю. Смотрите, здесь у нас телефончик есть. Сказали, если набрать номер 100, то там соединят с ресепшеном и все они там сделают, что надо. Шкаф. Сейчас мы быстренько покажем. Это стандартный номер. Вешалочки. Давайте дальше идем. Одна двухспальная кровать и еще одна кровать стандартная. Так, холодильник есть. Вот. Холодильник пустой. Тумбочка, стаканы, пепельница, телевизор. Здесь еще тут шкаф. Так, давайте это прейскурант цен и испорченное оборудование. Давайте сейчас попробуем включить телевизор. Давай, включай, я сейчас посмотрю, что у нас здесь. Балкончик тоже есть. Номер у нас на первом этаже. Так, давайте включим свет. О, все, свет, кондей. Потолки вообще высокие, посмотрите. Метров 5, наверное. Да, так, тут у нас что есть? Ванна, комната, мыло, душевая, толчок, бумага, здесь, походу, фен. Здесь, в общем, прошелся ураган. Все четенько. Смотрите. Отсюда также можно выйти тоже на бассейн. Вот посмотрите, у них тут бассейн работает с 10 до 22. Убедительной просьбой не занимать лежаки полотенцами. Хождение по холлу в купальниках запрещено. Вторник, четверг, воскресенье, 8 часов у бассейна идет детская анимация. Вот, друзья, мы вышли. Здесь, давайте я сюда налево пойду. Здесь у них биоотходы, они... отель сюда складывает. Так, вот стояночка, это на заднем дворе, грубо говоря, для машин. Также есть вот тут вот
платная стояночка. Цена ее 200 рублей в сутки. Ну вот мы выходим на задний двор. Здесь у нас уже открывается перед нами большой бассейн. Это уже соседний отель. Посмотрите, бассейн просто огромный, с подогревом. Очень круто. И также у нас располагается здесь детский бассейн. Вот. Здесь у нас есть кафешечки такие маленькие. А тут располагается детская площадочка. Батутик уже сдули. Но сейчас его, скорее всего, надуют, потому что они его на ночь сдувают. Ну, тут всякие лазилки. Это автомобиль, я так понимаю, сотрудников отеля. Вечером здесь жарят шашлык, можно также прикупить вот здесь вот. И, соответственно, мы уже вот вышли на дорогу. Вообще, конечно. Вот опять лицевая сторона отеля. Сейчас как раз дойдем до парковочки, чтобы так наглядно посмотрели. Ну, грубо говоря, вот так весь отель огибаем направо. Вот написано указатель «парковка». Места там достаточно. Машину поставить хватит в любое время суток. Хоть днем, хоть ночью, без разницы. Вот. Вот она, парковочка идет. Единственный минус, что мне не понравилось здесь, так это у них везде открыты выходы. Вот где мы сейчас проходили на шашлычный, да, то есть там местные, которые заселились в соседние отели без басика, да, они мимо идут и заходят, и располагаются на лежаках, и также купаются со всеми, кто оплатил за этот отель. Ну, а в целом отель хороший, поэтому номер мы брали стандартный двухместный. Он вышел у нас за 4000 рублей. Так, ну мы через центряк не пойдем, а быстренько сейчас вот здесь вот прошмыгнем, где у них биоотходы. Анимация детская, ну, на любителей. Ну, детям нравится, в принципе, хорошо. Поэтому можете посмотреть в предыдущем моем видео. Там я выложу кусочек анимации детской. Вот здесь же у них также располагается курилка. Плюс вот этот отдельный вход, как я понимаю, на последующие этажи, на второй, на третий и далее. Что очень тоже удобно, грубо говоря, ты можешь там на лифте заехать, на этаж можешь здесь после моря прийти, чтобы никому не мешать, быстренько подняться. Поэтому супер. Это соседний отель, вот окна у них выходят на наш двор. Отель «Посейдон» называется. Вот такой вот отельчик, друзья. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видосах. Пока!